Всем огромный привет! Сегодня я нахожусь в магазине Fix Price, который находится по адресу город Барыш, Кирова, 170. Будем с вами смотреть ассортимент в этом магазине. Появилось огромное количество новинок, все очень интересно. Желаю вам всем приятного просмотра. Смотрите, какие классные подносы. Изготовлены они из жести, с ручками, с высокими бортами, размер 40 на 30. Здесь в ассортименте цена 299 рублей. Также есть шкатулки, красивые деревянные, изготовлены они из фанеры березы, круглые, диаметром 17 сантиметров, цена 199. Графин стеклянный, с крышкой, объем 1 литр, производитель Kitchen Китай, цена 199 рублей. А это средство для стирки темного белья, ласка, эффект восстановления, очищает, защищает яркость цвета, разглаживает волокна и придает изысканный аромат. Здесь 10 капсул упаковки, цена 199 рублей. И концентрированный стиральный порошок B-Max «Тройная сила» на натуральной основе без фосфатов. Здесь 800 грамм в пачке. Цена 199 рублей. А это средство для смягчения воды «Колгон». Порошок с активной формулой против грязи. Предотвращает образование накипи, грязи и появление неприятного запаха. В очень удобной упаковке с замком. 200 грамм стоит 99 рублей. В продаже появились большие наборы стеклянных новогодних елочных шариков. Вот такие они. В упаковке они идут, смотрите, матовые и глянцевые. 6 сантиметров диаметр шарика, и в упаковочке их 12 штук. Шарики есть разные по цвету, золотистые, красные и серебристые. Цена 299 рублей. Также есть вот такая декорация новогодняя, очень красивая, в стеклянной баночке. Стоимость 99 рублей. Сейчас акция вот на такие подарочные коробочки. Смотрите, они в виде книги. Очень интересный вариант. Коробка размером 17 на 13 сантиметров. В составе картон и бумага. Называется «Снежное кружево». Здесь они в ассортименте, я имею в виду прям по картинке. Цена 55 рублей. А есть еще вот такой вариант новогоднего подарка. Точнее, это упаковочка подарка. Смотрите, прям как посылка сделана. Изготовлена из фанеры березы. Производство «Россия». И стоимость 149 рублей. Смотрите, какие интересные есть органайзеры. Они с выдвижным ящиком. Органайзер небольшой, но очень вместительный. Изготовлен из МДФ. Стоит 299 рублей. А это кашпо для цветочного горшка. Диаметр его 15 сантиметров. Изготовлен он из бамбука. Все очень хорошо сделано. Цена 199 рублей. Также есть шкатулки из МДФ. Стоят они 199 рублей. Классные шкатулки с надписью «Home». А это декоративный ящик для хранения. Ящик выдвижной, с ручкой, очень классно смотрится, изготовлен из МДФ. Цена 249 рублей. В продаже есть вот такие маленькие кошелечки, но они как бы даже не кошелечки, а как бумажник, потому что для монет здесь нет, только для карт, для купюр. Вот такой бумажничек с киской. Стоят они 199 рублей, в продаже есть два цвета. По 199 рублей также есть еще вот такие косметички. Они с прозрачными боками, но с мягким таким плюшевым верхом и низом, с ручкой. Закрывается на молнию, есть несколько расцветок. Еще один вариант косметички, тоже стоимость 199 рублей, с мордочкой на переднем плане. Закрывается на молнию, также имеется ручка. И по цвету есть три варианта. Смотрите, какие маленькие рюкзачки. По цвету здесь они в ассортименте. Здесь два отделения, закрываются на молнию, а также сзади имеются вот такие ремешки, которые тоже регулируются по высоте. Рюкзак стоит 299 рублей. Смотрите, есть такой горчичный, молочный и розовый. А еще есть вот такие новенькие косметички. Они тоже такие плюшевые, мягенькие. Закрываются на молнию. В наличии есть два цвета, молочные и розовые. Цена 199 рублей. Органайзер для косметики и аксессуаров. Здесь два отделения. Есть разделение в виде бамбуковой перегородки. Цена 249 рублей. А это гребень для волос. Такой интересный. В составе АБС. По цвету есть несколько вариантов. Цена 55 рублей. Расческа с зеркальцем внутри. Расческа складная. Есть несколько вариантов. Цена 99 рублей. И покажу вам, как она будет выглядеть вот так в раскрытом виде. Ой, смотрите, здесь есть даже дорожные вот такие большие сумки с широкими ремешками. Здесь два отделения. И плюс еще внизу есть под молнией тоже небольшое отделение. По цвету такие стандартные, не марки. Цена 299 рублей. Какие красивые свечи новогодние. По 4 штуки в коробочке в виде шишечек. Есть золото, есть серебро. Цена 149 рублей.
Также есть набор деревянных елочных украшений. Тоже очень симпатично смотрится. Здесь 10 предметов в упаковке. Цена 249 рублей. А это настольные календари на 2022 год. Календарь с отрывным блоком стоит 77 рублей. И есть магниты на холодильник, тоже символ года, приношу счастье, по 55 рублей. Доска декоративная, новогодняя. Смотрите, она изготовлена из дерева, очень красивый декор блестящий, цена 77 рублей. Кружка из боросиликатного стекла, она небольшая, 210 мл ее объем, производитель Kitchen, Китай. Кружка прозрачная, без декора, цена 77. В продаже есть тарелочки десертные из опалого стекла, диаметр 19 см, производитель Kitchen, Китай. Стоит 77 рублей. Суповая тарелка от торговой марки Luminarc. Диаметр этой тарелки 20 см, в составе стекло упрочненное, производство Франция. Стоит 149 рублей. Из этой же коллекции есть еще и обеденная тарелка диаметром 24 см. Также в составе упрочненное стекло, цена 149 рублей. В этом магазине все еще есть в продаже вот эти красивые салатники из темного опалого стекла с декором. Объем этого салатника 1,4 литра, производитель Kitchen, Китай. Стоят они 199 рублей. А тарелка десертная стоит 99 рублей. Тоже она очень красивая, с декором из черного опалого стекла. Так, диаметр 19 сантиметров, производитель Kitchen, Китай. От торговой марки Luminarc здесь есть еще и вот такие формы для запекания. Объем 1,3 литра, диаметр 18 сантиметров, производитель Франция. Стоит 249 рублей. А это наборы банок для специй, они со стикерами, объем баночки 60 мл, банка стеклянная с металлической крышкой, в упаковке их 2, цена 55. Также есть набор емкостей для специй, тоже две баночки идут в упаковке, так они выглядят, баночки стеклянные, объем 160 мл, производитель Китай, стоит 77 рублей. Сковорода. Просто от Скова, диаметр 24 сантиметра, это сковорода с антипригарным покрытием, подходит для газовых плит, для электрических плит и для стеклокерамики, а также ее можно мыть в посудомоечной машине. Производитель Россия, Московская область, стоят они 200 рублей. Цветные коврики мягкие для ванной комнаты, стоят 149 рублей, размер у них стандартный, 40 на 60 сантиметров, расцветка есть в ассортименте, производитель Китай. Также в продаже есть вот такого плана коврики, тоже очень красивые, впитывающие влагу, размер коврика 40 на 60 сантиметров, в наличии есть несколько расцветок, расцветка вся такая приятная, прям красивые коврики, вот этот тоже классно смотрится, цена 199 рублей. А это светильник светодиодный, проекционный. Здесь 3 LED-лампы, 3 цвета. Также идет в кабель USB в комплекте длиной 80 сантиметров. Стоит 199 рублей. В продаже есть вот такие корзинки с ручками. Они такие, как плетенки. Кстати, не маленькие и небольшие, такой стандартный размер. Цена 99. И есть огромные с ручками тоже корзины, пластиковые, гнущиеся, по 249 рублей. По цвету есть только красные. А это корзина для белья, она тоже с ручками, серия плетения, вязания, как ее еще назвать. Объем здесь 17 литров, в составе полипропилен, цена 249 рублей. В этом магазине есть и подарочные наборы для деток, такие вот подарки. Упаковочка очень интересная в виде конфеты. Так, сейчас посмотрим информацию. На задней стенке имеется игра, лабиринт. Состав кондитерских изделий указан. Если кому-то интересно, останавливайте, читайте. Покажу вот так крупным планом, чтобы вам было видно. И в составе набора идут конфетки, дюшес, софит, слива, яблоко, молочное, катавасия, лимон, зеленое яблоко, печенье 50 грамм, помадки со вкусом темного шоколада. Масса 300 грамм, изготовители Пензенская область, Москва и город Пермь. Вот такие подарочки здесь стоят 77 рублей. По декору они есть разные. Также есть печенье сдобное, Дед Мороз и Снеговик, 150 грамм в металлической банке, 77 рублей. Сладкие адвент-календари тоже в наличии есть. Они здесь в ассортименте, 55 грамм и 50 грамм в упаковке. Стоимость 99 рублей. Также в продаже есть фигурка тигра, шоколадная, символ года 2022 года. Тигр символизирует силу, храбрость и лидерские качества. В упаковочке
в картонной коробке. Так, сколько здесь масса-то? Масса 60 грамм. Изготовитель Ивановская область, Россия. Вот такой подарочек. Стоит 55 рублей. А это чай черный листовой, новогодняя коллекция в металлической банке с декором. 100 грамм в упаковке, цена 149 рублей. Они здесь, кстати, в ассортименте. На сегодня у меня все. Я очень надеюсь, что мой обзор вам понравился. Если понравился, пожалуйста, оцените его лайком и подписывайтесь на канал, если еще до сих пор не подписаны. Увидимся мы с вами, как всегда, очень скоро. Берегите себя. Всем пока-пока.